Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах марта. Я его записываю с некоторым опозданием, но тем не менее. Что поделаешь? Есть время, как говорится, испекла. Фавориты марта у меня будет что-то о косметике, что-то о парфюмах, немножечко аксессуаров, все подряд. Книжка одна. Давайте начну. Начну с парфюмов. Фаворитом марта, безусловно, у меня стал аромат «Реплика» от дома Maison Margiela. Это мне подарила моя мама. Я вот прям... он мне не надоедает с 24 часа нон-стоп. Я могу с утра до вечера и уже в ночь с ним уйти. Он очень стойкий. Для туалетной воды это вот просто фантастика. Красивый мускусный аромат. Мускус здесь вот просто такой переливчатый, постоянно меняется. Очень приятный аромат, вот правда. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Аромат называется Lazy Sunday Morning. Классный. С удовольствием его ношу и буду носить. Очень прикольный. Последнее время это подарок от моей подруги Розы. Вы видели, наверное, в клипе с ней. Она мне его подарила, потому что ландыш в Диорисе моей кажется недостаточно натуралистичным, но мне он очень нравится, поэтому да, я его ношу, это для меня весна, это для меня боттичелли, это для меня вот просто такая женственность до кончиков пальцев, такая вот летящая походка, эйфория. В нем очень хорошо гулять утром, сходить куда-нибудь за кофе, знаете, он такой вот прям располагает каким-то таким очень приятным мелочам жизни. Очень красивый аромат. Диорисима Диор тоже носила прям с удовольствием. Дальше. Наркотик Винос. Это моя новинка. Естественно, я ее ношу с удовольствием каждый день. Вот прям, вы знаете, не убавить, не прибавить последние, неделю, каждый день. Это бесподобно. Бесподобный аромат. Тут и жасмин, и туберозы, и лилии. Это вот просто вихрь белых цветов. Очень такой женственный, опять-таки. Очень такой прям обнимающий вас, обволакивающий, дико комплиментарный. Он рекордсмен по комплиментам. Девушки всегда замечают, мои подруги спрашивают. Всегда. Дальше. У меня всегда с собой в сумке, и я его доставала, наверное, больше всех вот этих парфюмов, которые я вам показала до этого. Это Gypsy Vota от бренда Байретта. Видите, сколько уже? Я не возлагала на нее таких вот прям каких-то сверхъестественных ожиданий, но на деле мне нужен флакон теперь этой воды цыганской. Не знаю, это не аромат, это не парфюмерия, это что-то для меня такое вот как родом из детства, родной запах, так мог пахнуть, может пахнуть кожа ребенка, так может пахнуть... знаете, как вот такое вот беззаботное что-то, нежное, немножко стеснительное, ранимое. Вот он прям вот умиротворяет, и вот то настроение, которое он мне придает, это очень дорого. Дорогого стоит, поэтому я обязательно, наверное, его себе приобрету когда-нибудь. Дальше. У меня был запой, и он продолжается с ароматами с нотой туберозы. Я обожаю эту ноту. Это, одна, наверное, из самых моих любимых. Сделаю обязательно видеообзор на ароматы с туберозой. И у меня было, прям день я носила Татуру Нуара от Serge Lutens, день я носила Yves Saint Laurent Flower Bouquet. По-моему, так. Да, по-моему. Понимаете, о чем я. И вот весь этот вихрь туберозный, там, Микеле Фананда Блэк, вот все-все-все вот это. Это был такой запой, и он до сих пор продолжается. Отчасти это меня и подтолкнуло купить вот этот аромат. И, конечно, аура от Мюглера, но я ее ношу не так активно, как хотелось бы. Она все-таки такая специфическая, очень... крышесносный аромат, бесподобный, но вот не вот прям, чтобы вот с утра одел и пошел. Нет. Дальше, уход. Уход, продолжаю петь оду пьяному слону, вот так вот им и пользуюсь. Утром это сыворотка с витамином С, Элви, здравствуй, от Drunk Elephant. Бесподобная вещь. Реально, я лицо умываю с утра, следующий мой. Drunk Elephant, это такой... желеобразный гель для умывания. Он вообще без запаха, без цвета,
без всяких вот химических таких ненужных нам добавок, красителей и так далее, ароматизаторов. То есть он абсолютно натуральный, это все вообще органик чистой воды. И при этом идеально очищает кожу, особенно утром. Знаете, когда вы еще без косметики, вот утром для утреннего очищения это подходит идеально. Давайте я вам покажу, как это выглядит вблизи. Вот так он выглядит. У него довольно-таки хороший расход. Совсем чуть-чуть надо вообще, капельку. И потом на сухое лицо я наношу уже сыворотку «Пьяный слон» с витамином С. Я наношу одно нажатие, один как бы вот кружочек на все лицо, на глаза тоже. Вот так вот прям вбиваю. И следующее нажатие я наношу на шею зону декольте. Все. Потом я использую не каждый день, нет. Где-то через день, через два дня, потому что у меня кожа достаточно жирная, особенно вот в этих местах. Сейчас у нас все еще жарко, поэтому активного увлажнения мне не нужно. Это вот как бы выше крыши мне все это дает, заменяет. Но где-то через два дня вот как-то я использую вот этот вот гель. Это тоже Drunk Elephant, интенсивный увлажняющий гель. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Это очень приятный крем. Гелевый, тоже без запаха. У него такая, знаете, текстура. Вот он просто вот, когда вы его распределяете по коже, кожа вот она как гладкая, как будто вы воском вот так вот, как восковое лицо. Вот. Очень крутой эффект. Мне нравится. Да, иногда я использую его тоже, такой чуть-чуть для увлажнения. А так, прекрасные продукты. Если кто не знаком еще с маркой Пьяный слон, Drunk Elephant, пожалуйста, познакомьтесь, это вот, ну, одно из самых лучших, что я пробовала, не считая корейской косметики, но корейская косметика, вот я пробовала Охи и Сульвасо, они более, ну, то есть, нужно перерыв в их использовании, то есть, для европейцев, как бы, постоянный корейский уход все-таки не очень подходит. Сезон один, потом вы меняете на что-то другое, но это мой опыт, смотрите сами. И у Пьяного слона вы можете еще купить, у них прям наборы с маленькими продуктами. То есть, чтобы попробовать, это очень удобно. Все. Дальше. Из декоративной косметики немного, кстати, у меня фаворитов. Вот этот Dieu de Hula Benefit, я показывала вам, это такой жидкий бронзер. Знаете, это вот прям вот каждый день, вот реально я его использую. После утренних процедур, там, умывания, сыворотки и так далее. Все это впитывается у меня минут 5. И я вот прям буквально 2 нажатия. И на все лицо вот прям так чик-чик-чик-чик-чик-чик наношу вот этот вот, ну, как флюид. Он, знаете, он не дает вам, не перекрывает, там есть какие-то прыщи или еще что-то. Но вот как бы утренняя такая, знаете, поцелованная солнцем кожа получается с ним. Очень хорошая вещь. Я даже, наверное, куплю себе еще один такой. И тоже в нем присутствует какой-то такой увлажняющий кремовый фактор. А тушь, вот знаете, сколько я не пробовала, Too Faced, Better Than Sex, Stila, Lancome, Dior, Chanel для объема, это вот самая лучшая тушь в мире. И вот пока у меня еще вот, лучше нет. Далее. Чем я крашу губы, постоянно в сумочке у меня лежит вот этот блеск для губ от Smith & Kult, вот так он выглядит, очень крутой, такой дизайн у них, такой неровный. У меня лаки от этой марки, и да, гель. Он чудесно пахнет, и он, знаете, он дает такое, знаете, наверное, вот прям зеркальное покрытие. А запах немножко мне напоминает помады от Тома Форда, очень приятный запах. Классный, классная вещь. Вот, знаете, на каждый день в сумке все время лежит эта вещь. Люблю помаду от Шанель, вот, которая сейчас на мне была, розового цвета, в цвете 42. Это Rouge Allure Velvet, цвет 42. Это вот такой красивый розовый оттенок. Вот он у меня был на губах. Я наношу его на губы неплотным слоем, потом растираю чуть-чуть пальцем. И что осталось, наношу чуть-чуть на щеки. Хороший такой цвет. Сейчас я что-то сделала немножко.
хорошая помада. И мой любимый нюд, который вообще, по-моему, очень часто я его использую в последних видео, это Шу и Мура. Помада вот такого цвета нюдового. Очень красивый оттенок. Вот так вот он выглядит. На губах он вот просто, с ним идеально делать макияж а-ля Бриджит Бордо. То есть вот черные-черные глаза. И вот она вот достаточно светлая, чтобы не выглядеть как-то неестественно. То есть для моего типа кожи она очень естественная. Это помада в номере BG923 от Шу и Мура. Очень хорошая помада. Тоже там увлажняющие компоненты. Прекрасно, прекрасно. Дальше я использовала вот такой вот очень крутой, вот такой скраб. Это коконат и лимон, кокос-лимон. Это австралийская марка, это все органик. Я не знаю, стоит ли смысл показывать это здесь, но я ссылку оставлю, может быть, можно их заказать как-то. Это бесподобно. Это бесподобная вещь. Это вот реально вот тертый кокос, перетертый с лимонным соком, с маслами. И вот потом, правда, вся душевая кабина в этом деле. Но это легко смыть прям душем. Берете, смываете. Но кожа вот просто бархатная, как будто вы уже ее протерли, намазали маслом. Ну, очень классный эффект. Мне нравится. Очки. Я в Инстаграме получила очень много вопросов, что у вас за очки, какие у вас очки. Очки Миу-Миу или Мяу-Мяу, как говорит мой сын. Вот такие вот голубые, такие вот очки. Очень крутые очки, нужно что про них сказать. Классные. Классные очки, в них все такое голубое, прохладный такой нюанс. Особенно в жаркий день, это, конечно, удобно. Они легчайшие, ну, прикольные, мне нравятся. А если мы говорим про мяу-мяу, миу-миу, не вылезаю вот из этих балеток. Вот такие балетки черные, ну это, по-моему, классическая модель, вот с этими штучками. Черные, тут у них небольшой каблучок. Я люблю балетки. Если каблук высокий, то я, конечно, хожу там куда-нибудь на выход. А так вообще я в балетках или в кроссовках, или в таком вот, ну на таком где-то каблуке хожу. Сумка. Сумка, тоже спрашивали вы у меня в Инстаграм о ней. Вот такая сумка, это бакелит, такой пластик. Это такая старинная сумка из 60-х. Я в винтажном магазине ее нашла. Но много фирм сейчас делают такие сумки, я знаю, разных цветов. Можно найти вообще без труда. А ношу ее, ну вот хоть так, совсем подряд, знаете. Я люблю смешивать то, что кажется с первой стороны. Нельзя смешивать, но на самом деле, если вам нравится, ходите как хотите, в чем хотите, и мешайте свой стиль, импровизируйте, это всегда прекрасно. Вот хочу вам показать такую книжечку, вы меня очень часто спрашиваете: Оля, пробовала ли ты этот парфюм, Я все записываю в эту книгу. Вот такая книга, мне подарила ее моя Вика на Новый год. Здесь вот все парфюмы, которые вы спрашиваете, пробовала я или не пробовала, которые я попробовала, я ставлю галочки. Здесь список новых ароматов, которые появились в моей коллекции. Ну так, ну, в общем, какой-то такой своеобразный отчет. Я всегда ее ношу с собой, чтобы не забывать, знаете. И вот такая моя любимая ручка, это винтажная, нет, это японская ручка Панам. Я обожаю тематику вот этих авиалиний. Вот так она выглядит, вот так вы ее вставляете и пишете. Это вообще реально летчики компании Панам ходили с этой ручкой, видите, здесь такая штука, и они ее вставляли в свой нагрудный кармашек, а здесь компания Панам, их логотип. Ну, не знаю, решила вам показать, очень красивая вещь. Книгу я сейчас читаю. Мало, кстати, читаю, надо читать много, но вот нашла такую книжку. Купила Мария Левиска, Левичка, наверное, по-русски надо посмотреть. Short History of Tractors in Ukraine. Ну, наверное, краткая история тракторов на Украине, ну, вот как-то так. Наверное, вы читали эту книгу, потому что это, ну, не вот чего прямо она сейчас вышла. Я только начала читать, пока очень даже
интересно, смешно. И что немаловажно для меня в прочтении книг на английском, очень хорошо читается. У меня далеко не идеальный английский. Я английский учила уже здесь, никогда не говорила по-английски, поэтому для меня найти книгу, которую легко читать, это дорогого стоит. На этом все. Вот как-то вот, ну вот такие, знаете, есть, конечно, еще какие-то там фавориты, но вот эти вот прям самые-самые-самые. Все. Пишите, какие у вас были фавориты в этом месяце, что, может быть, какие у вас планы, что хотите. А, еще фавориты, конечно, ну вот эти вот всякие клипсы. Я обязательно сделаю обзор, потому что количество клипс растет просто с геометрической прогрессией. Я постоянно, я как охотник, знаете, в поисках новых сокровищ. Так что да, скоро будет видео, вот прям вот все клипсы покажу, расскажу. Надеюсь, вам будет приятно. Всё, всем пока. Чао-чао.